Людей никого, я один на волнорезах. Вот моя рыбка плавает. Ну, килограмма два есть. О, котики бегают. Бегом сейчас дам. Рыбки несем. Светящиеся глаза светят. А? Сейчас, котята, сейчас дам. Ага. Одного карасика поймал. Сейчас он вторая поклевочка. О, что-то взял и повел меня. Карасик повел. Ах ты ж, блин. Вот мой улов. Ах ты. 101 карасик. Вторник, 8 октября 2019 года, Старый Салтов. Время без 15:08 утра. Утка плавает нырок. Там утки под берегом дикие. Здесь голуби домашние. Не домашние, но голуби, которые рыбачков просят пропитание. Посыпал им корма. Вон ездят автобусы. Сейчас выйдут на волнорез. Вон уток сколько плавает. Здесь голуби сидят. Ветер северо-западный. Там на горизонте рассвет. Тучи заканчиваются. Может быть, солнышко выглянет. Ну а пока ветер. Поклевок не было, только первый раз забросил. Ну, посмотрим, что оно будет. Воды много ночью. Видно, дождь хороший прошел здесь. Воды много, в принципе, на дороге. Так, на водоеме воды мало очень. Спущено много воды. Вот где голуби. Кыш, клюете, кыш. А то вы тут мне наделаете делов. Блин. Начали клевать мою насадочную. Все. Ну, буду пробовать ловить. Время 11:30. Скоро уже заканчивать рыбалку надо. Вон мой поплавочек. Вот моя рыбка плавает. Садочку. Вот. Мелочь. В основном густера. Есть и плотва. Штук 5 плотвин. А то густера. И один ласкирик маленький попался. Вот такие вот дела. Ну, килограмма два есть. Вот такая погода. Людей никого. Я один на волнорезах. Там только два местных. Окуня с моста ловят. И то один уже замерз, ушел. Один остался. Окунь сегодня тоже не ловится. О, котики бегают по цеху. Бегом сейчас дам, рыбки несем. О. Мотает. Ну, бегом-то. Ух, светящиеся глаза светят, а? Мурочка, а где Мурка? Не пришла. Вот она пришла. Вот она, любительница. Чтоб это, не бойся. Сейчас вам дадим. О, сколько у вас. А то еще дерется. Сейчас дам.
Да, где? Продаю. Да. Что тебе дать? На. Это тебе. На. Сейчас. Сейчас, котята, сейчас. Сейчас дам. На, на. На. Ох, вам не досталось. О, ну да. Ну бери, бери, на. Борочка, на, 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 на. На. Бери, вон, лянь, сколько рыбы. Берите, там семь есть. О, кушай, кушай. Кушай, все. Там же он котов фотографирует. По на это, смотри. Ой, вот ты каждому надо. Да, я порезал. Ага. А, ты порезал? Я порезал, сейчас он видит. Ага. У меня чуть-чуть. Ага. Так. Да, я вижу, что фотографирую. И по кота. Так, все. Борисовка, 11 октября 2019 года, сады и пруд, сидим под лукьянцами. Одного карасика поймал, сейчас он вторая поклевочка. О, что-то взял. И повел меня, и повел меня. Карасик повел. Ах ты ж, блин. Не туда заскочил, а? Гад. Ну, выскакивай, вот так. Заскочил туда. О. Есть карасик. Есть карасик. Вот он. Сейчас мы его снимем. Бросим в садок. Вот так. Это второй. Время ровно 8 часов. Ну, я надеюсь, что будет еще поклевки. Клюет только на болтуху. На мастырку поклевок нету. Значит, буду ловить на болтуху. Мы вдвоем приехали на пруду, сидим. Машину оставили на бугру. Потому что в случае дождя будет это. Тяжело выехать. Мышка унадилась. Хочет. Хочет залезть. Под портфель мой лезла. Я убрал ее. Теперь лезет сюда. Кушать-то хочется. Сейчас насыплю ей. Пусть кормится там. Жрать-то ей хочется. Сейчас я ей насыплю. Кушает, да, что-то не ходит. Ну, маленькая. Ну, сейчас я тебе насыплю. Сейчас насыплю. Подожди. Будешь кормиться. Ешь, ешь тут по прикорма рыбацкого кину, пусть ест. Потому что она хочет кушать. Время без 15:09. Солнышко начинает восходить. Сейчас
еще две рыбки поймаю, чтоб 10 было. И пойду Славика проведаю, водителя. Время без 5:11. 30 карасиков поймал. Сейчас проведаю своего водителя. Что он тут? Это спуск с дамбы. Ну, глубоко здесь. Яр глубокий. Корову гонят. На обед, наверное, скоро будет пригонять. Трубы идут сливные. В случае это, ну, воды уже прибавилось, сантиметров на 10 прибавилось после прошлой субботы. Что-то уже вода близко от труб. Ну, и водоем. Иду и я к тебе учиться. 30 штук поймал, думаю, перерыв сделаю, пообедаю, прикормил сейчас. Пообеда? А я сейчас буду обедать. Да ладно. Что это? Что слабовато? Да слабо, да. Ну ничего, десятка три-то у меня тоже есть. Ну и хорошо. Много этих рыбы. А. Рыба, я выкидываю их. Мне одна только комсина попалась на крючок при поклевке. Да, то-то-то, зараза. Рыба-рыбочек, как ее называют. Ну, ты увидел, что то не сетки, поплавки, перья. Да, да. Не, она так... Ну да, то они рядочком были, как похожи. Да. Они похожи были, да. Особенно отсюда мне так. Угу. Ну ладно, пойду пообедаю, 11 часов без 5 минут. Да, 5 десятков-то много. Да, ну будем стараться, да. 10 минут 4-го, закончилась рыбалка. Сейчас соберем удочки. Уже собрал. Вот мой улов. Ах ты, 101 карасик. И плюс 101 карасик. И плюс 2. То есть 3 карасика на живца. Такая рыбалка сегодня. Красивая. Так. Ну все. Будем идти сейчас.